Добрый вечер, комиссионный магазин Победа вас приветствует. Собственно, видеообзор на ноутбук Asus E510. Внешнее состояние ноутбука отличное. Отсутствуют какие-либо сильные потертости, сколы, трещины. Абсолютно целый. Петли в отличном состоянии. Ноутбук закрывается, открывается. Без проблем. Сверху крышечка тоже в хорошем состоянии. Здесь можете не переживать, это просто пятнышки у него остались. Царапин нет. И, собственно, снизу тоже в отличном состоянии. Отлично работает подсветочка. Клавиатура тоже в хорошем состоянии. Приятный экран. Отсутствуют какие-либо засветы. Битые пиксели также отсутствуют. В комплекте к нему идет, собственно, шнур зарядного устройства. И все. Быстренько пробежимся по характеристикам ноутбука. Процессор Pentium Silver N6000. Объем оперативной памяти 4 гигабайта и дисплей Intel HD Graphics, ну, графический процессор на 1 гигабайт у него стоит. И также сейчас можем посмотреть, что за жесткие диски у него стоят. Windows 11 для меня немножко. Так, вот так. Вон, ушел. Так, сейчас быстренько еще раз пробежимся, то есть процессоры. Также посмотрим. И жесткие диски, где диски. Встроенный порт. А, вот дисковое устройство. Это у него такая, судя по всему, SSD-шка стоит. Ноутбук работает шустренько. Никаких проблем работоспособности у него нет. Ну, собственно, да, на 120 гигабайт у него SSD-шка стоит. Так, подключен к Wi-Fi, видит сети. Сейчас мы проверим быстренько на работоспособность клавиатуры и также откроем YouTube для проверки изображения и звука. Лесов Амазонки находится крупнейший в мире. Звук работает у него полностью исправно. Никаких помех. Динамик чистый. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. Пожалуйста. Так. На сайте Китест. Мы сейчас проверим быстренько клавиатуру. Там ценник есть, наверное. А, вот этот? Да, или он. А, он еще один. 20 тысяч. 20 тысяч. Где он? Оп, отключил. Ну, собственно, как вы могли заметить, все функции работают у него исправно, без всяких проблем. Собственно, сейчас случайно нажал на кнопку выключения, она сработала. И сейчас ноутбук потребует пин-код. Пин-код стоит у него 2601-1972. Ну вот, собственно, и F-клавиши также работают. Они отреагировали на нажатие. И компьютер заблокировался.
Собственно, ноутбук работает полностью исправно. Рекомендую к покупке.